Всем привет, друзья! Вы на канале Рыболов-Копатель. Сидим с товарищем генералом, кукуем. Ждем, сегодня Николай с нами еще поедет. Сейчас должен подъехать, подберем его. Сидим, ждем, а пока думаем. А думаем мы вот над чем. Помните такое произведение, такое, как левша блоху подковал? Так вот, есть у нас та самая рамка, которую я недавно выкопал. Там то ли открытка, ну фотография, скорее всего, стояла. Вот сидим с генералом, думаем. Сидим, думаем, как товарищ генерал ее выпрямлять будет. Выпрямим. Такая рамочка. Вот запомните ее, друзья. Сейчас она вот так выглядит. Потом постараюсь показать, что из нее получится. У генерала уже есть опыт, он уже одну рамку восстановил. Тут главное аккуратно. Фотку сейчас покажете, не? Да. Вот она. Запомните ее такой, друзья. Сейчас генерал найдет, покажет, что он сделал. Вон, смотрите, какая получилась. Вообще красота. А чем чистили? Чистили? Щеточка так, потихонечку. Блестит вообще. Но она вообще из двух частей она была, да, или нет? Ну да, вот эта верхняя часть, вот здесь трещина. Угу. Она отломана была. Угу. А вы ее на что-то подложили, да, получается, или как? Ну, это нержавейка. Угу. Кусочек. Фотка жены, это вот здесь жена моя, маленькая. Угу. Вот она. Передаем привет Любовь Федоровне, а то она ругается все время на нас. Машину не дам больше. Ну, я в ремонт сдал на полностью. Вон Коля идет. Давненько мы его не видели. Бывает? Да, в этих магазинах. Вот, да, откуда я знаю, что здесь? Здравствуй, Коля. Мы тут. Да, вот он. И мы тут. И Коля добрался. Ну все, друзья, отправляемся мы на хутора. Что найдем, все увидите. Так что поехали. Сейчас разбредемся, наверное, кто куда. Но я на фундамент пойду. Как ребята будут, я не знаю. Погода просто шикарнейшая. 9 градусов показывает машина. Блин. Просто вот весна, натуральная весна. Только бы клещей не было, батюшки мои. Вот, всю неделю ездим из лесов. Водичка так и продолжает течь. В местные озера. Сколько ее насыпало нам в виде снега и налило в виде дождей. Немного отступил от фундамента. Ловлю крупные сигналы. Тут вот проволока колючая и под ней. Смотрите, вон. Опа. Друзья, да это ж мачете. Самое настоящее. Ее тут погнули маленько. Ну, сталь должна быть хорошая. Смотрите, вот это прибор. Шалеть. Щук-щук. Отложим ее. Положу, пускай. Вот тут вот. Опа. В прошлый раз я приступал копать такую локацию, где все состоит в перемешку из целого кирпича, битого кирпича, плитки, железа. Копается очень тяжело, поэтому нагрузка на лопату просто колоссальная.
Кстати, лопата уже дала сбой. Есть небольшая трещина, и она у меня погнутая. По-моему, залежи подков. Вокруг корней. Вот они. Этот поселок довольно популярный среди копателей. На протяжении всего времени, когда мы ездим, по-моему, еще не случалось так, что мы никого не встретили из комрадов. В этот раз тоже неподалеку копали ребята. Если они смотрят, передаю им привет. На этот раз я увидел печной изразец угловой из обожженной глины. Служил для облицовки печей, каминов. Достаточно оригинальный. Все они были клейменные. Этот экспонат я решил забрать с собой. Интересная вещь. К тому же есть клеймо завода-изготовителя. А заводов вокруг Кёнигсберга и в Восточной Пруссии было просто несчетное количество. Генерал там стучит что-то в кустах тоже. Вы в клещевиках? Ой, погодка просто шик. Сейчас залезем к нему. Ну-ка, киданите сюда. О, какую. Латунную гильзу вытащил. Вся вас в разрывных таких. Сюда влетали, отсюда вылетали. Посекло ее. Сорок четвертый год. Советская. Нормально по цветмету. Что нашли еще? Точилки. Да где ж она, ё-моё, батюшки мои. О, прикольно. Зачет. Гильзу куда будете прятать? В рюкзак. Ну все, копаем дальше. Дальше. Что-то мне это напоминает велосипедный багажник. Кстати, это уже второй, который я выкапываю в этих местах. Сейчас надо будет его почистить и посмотреть. Что за бренд, как говорится? Парнас или что-то в этом духе. И рядом лежали направляющие от данного багажника. Встретил ребят, вот комрадов, такая вилочка попалась. Ага. Такая вилочка попалась с вензелем прикольным. Цивильная, маленькая такая.
зачет. Так, ребят, еще один уголок плиточный. О, это целый зачет. Ах, бляха-муха, со сколом. Со скольчиком. Жалко. Шамот. Вельтенер шамот. Класс. Жалко. Так бы второй уже был. И все червяк охраняет. Вот этот вот василиск, блин. Ошалеть. Тут потом, после войны, огороды были у жителей поселка, часть которого уцелела. Вот залез сюда. Вот она. Единичка выпорхнула. Возле столба феник был. Тут же еще монета. Это двоечка, наверное. Ага. Тут уже двоечка. Почва песчаная. Соответственно, и сохран неплохой. 1924 год. Я вот тут как следопыт заметил, ребят. Смотрите, веточка обломанная. И на ней шерсть. Похоже, лисья, наверное. Кончики, видите, рыжие. А так белесая. Наверное, лиса пробегала. Офигеть. Одного нашел. Das ist Kerosinen. Вау. Вот это вот, конечно, супер. Вот еще. Солнце. Угу. Цветняк, ты же, я люблю цветняк собирать. Понятно. Ну, это все от этой, от керосинки. Вестфален. Ножик был. Тоже рисунок какой-то. Ну, пояски там вот какие, да? Да, кучерявые. Генерал, скажите, а вы копать любите? Цветняк, ой, как я люблю копать. А ржавчину? Ржавчину не очень. А вон и Петрович идет из леса. Опять твои подписчики скажут, не так машет. Ну да. Скажи, Паш, я его сколько учу, уже пора, наверное, подзатыльники раздавать, да? Да не, я-то добрый человек. Молодец, я тоже так думаю. Ну что, хвастаться особо нечем, но все равно что-то нашел. Сейчас посмотрим. Главное, подышал, вот это, смотри, Коль. Она. А, вот, я думаю, откуда она, эта планка? Она. Вот она отсюда, да? Планка. Похоже. Отсюда. С одной ямы была. Похоже. Вот. Потом. Это вот. Да, это богатство. Богатство. Пуговица хорошая. Ну, это коловрат. Да? Как мне там написали, ты хоть знаешь, кто такой коловрат, что ты такими словами бросаешься? Номерная, видишь? Тройка, что ли, да? Да.
И монета такая бодренькая. Я думал, соли-то нет. Старый это пеник. Все. Это все, Паш. Ну вот, Николай. Да. У Коли тоже свой канал есть, кто не знает. Да. Как он называется у тебя, Коль, ты говоришь? Копаюсь Деус. Копаюсь Деус. Так что заходи. Ну что, ребят, вот отгуляли сегодня. Получается, сколько мы? Ну, часа 3,5, наверное, полазили. В целом, что-то нашли, уже хорошо. Надеюсь, сейчас потеплеет и уже будем лазить. Сейчас хорошо ходить многие места. Вот сегодня зашел вообще просто осенью, там такой чистокол был. А сейчас все гладко, даже не скажешь, что там трава какие-то, камыши были. Все лежит. Будем искать, продолжать, что-нибудь да найдем интересное. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Всем пока. Уезжаем, друзья, смотрите. 15 градусов. Кстати, а кто угадает, почему у меня чек горит? Чек engine. Какая ошибка? Тому приз будет. Наклейка автомобильная. Нифига себе.